Всем привет! Меня зовут Славик, и вы на канале Shooting Games. Мы продолжаем проходить игру под названием Вампир. Итак, в прошлом выпуске мы побывали в канализации богатого района, одолели некого волкода, ну и нашли вампира-маньяка, который держал в заточении Луизу Тиздейл. Ну и после вернулись снова в район Уайтчепел, вылечили там всех больных, ну и на данный момент находимся в Пембургской больнице. Так, здесь у нас имеется одно задание, не выполнено еще. А так вроде все задания в принципе выполнены. Ну а культный глаз, у меня этих записок все равно пока что нету. Да, вот у нас задание, соответственно, найти третью часть завещания вашего отца. Вот, в общем, сейчас попытаемся ее найти. После используем имеющийся у нас опыт. Вот, ну и пытаемся снова одолеть Дорис Флетчер, не знаю, получится или нет. Так, что у нас еще получается? Появились новые сыворотки на регенерацию выносливости. Так, найти бы только их. А почему они тут не указываются, интересно? Или указываются? Ну, в общем, фиолетовые на регенерацию выносливости. Не знаю, почему они тут не указываются. На столе, по крайней мере, они должны быть. Но я все равно ими пользоваться не буду, то есть мне главное кровь. По идее, кровь и хп главное. Поэтому, наверное, делать не будем. Или сделаю лучше. Не знаю, в общем, давайте посмотрим попозже. Сейчас попробуем найти ключ от завещания. Не знаю, дальше будем смотреть. Понятия не имею, где искать. То есть у нас указана только область. Ну, область, соответственно, вся больница. А, меня здесь интересует вот этот шкаф. Что это такое? А, мы переоделись, да? Нет, там вроде лучше было. Так, где? Верните мне мои вещи. Так, все, ладно, давайте отправляемся на поиски. Что получается, нужно оббегать каждый угол, да? Надежде найти эту часть завещания. О, вот третье письмо. Офигеть, я думал, нам сейчас придется его искать. Что он делает в какой-то кладовке, мне интересно. Блин, да. Третье письмо Обри Рида. Особняк Рида, 4 апреля 1908 года. Мой дорогой сын, это мое последнее письмо тебе. Я решил спрятать его в Пембургской больнице. Ты помнишь, как ты был разочарован, когда твое заявление отклонили? Я еще никогда не видел тебя таким расстроенным. За несколько дней ты не сказал ни слова. Тогда я впервые понял, что в тебе есть темная сторона. Черный камень в твоем сердце. Скрытый от всех. Такой же, какой я иногда чувствовал и в твоей сестре. Я боялся за вас обоих. Ведь я прекрасно знал, что собой представляет это мрачное настроение. Темная сторона Ридов. Вот причина, по которой я должен уехать. Теперь, когда я знаю, что обречен. Сын мой, я болен. Диагноз окончательный. И скоро смерть придет за мной. Я не хочу, чтобы ты, а чтобы те, кого я люблю, видели меня в таком состоянии. Это моя вина и мое решение. Теперь ты так далеко, в Париже. Учишься у доктора Кароля спасать пациентов, переливая им кровь. И уже думаешь, как усовершенствовать тот метод, который помог разработать. Я так горжусь тобой, сын, но меня спасти ты не можешь. Я не хочу быть Обри Ридом, банкиром, который не может встать с постели, который умирает в окружении родных и друзей. Я этого не допущу. Я не мог смириться с этой мыслью, и поэтому ушел. Так же, как ты ушел из дома, чтобы исполнить свое предназначение и стать великим хирургом. Я не хочу, чтобы этот великий... Так, хирург смотрел на меня и знал, что я скоро умру. Продолжай учиться, сын. Стань тем, кем тебе суждено стать. Но сделай это для себя, а не для старого отца, который тебя любит. Я предпринял все необходимые меры, чтобы защитить тебя и всю семью от опасности. Я хочу, чтобы ты помнил меня таким, каким я был, а не таким, каким стану. Я покидаю вас, дорогие мои, родные, потому что люблю вас. Я делаю это потому, что меня окутал мрак. И я скрывал это столько, сколько мог. Через несколько дней я отправлюсь туда, где я стоял, когда ты уезжал во Францию. Там я оставлю мой последний подарок тебе. Там я исчезну и уже никогда не вернусь. Прощай, Джонатан. Желаю тебе быть таким счастливым, каким был я с вами все эти годы. Поцелуй Мэри и Эмили. Позаботься о них. Прощай, мой дорогой мальчик.
Верь мне, мой дорогой Джон. Любящий тебя отец, Обри Рид. Интересно, вот это темное. То, что он имеет в виду. Это не вампиром ли он стал? Ну, отец у них. Так, и подарок будет в месте, где они виделись в последний раз, да? То есть это, может, какой-то причал или что-то. Или, может, не знаю, в общем, перрон какой-нибудь. Так, через несколько дней я отправлюсь туда, где я стоял, когда ты уезжал в Францию. Ну да, это, видимо, на каком-нибудь вокзале, я не знаю, где-нибудь. Ну ладно, нам все расскажут. Саутуарк. Я уехал во Францию под вещью надежды студентом. Вернулся блестящим хирургом, которого тут же убили. Перевоплотили. Угу. В район Саутуарк нужно будет вернуться. Ну хорошо, ладно. Так, что в общем сейчас? Прокачу. Или может обижать все эти ящики, обсобирать. А то мне не сделать даже этих сывороток. Не хватает ингредиентов, и все. Ну ладно. Что у нас по сывороткам? Так, а что, на кровь нету, что ли? В чем прикол? Так, 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 так. Где у нас это? Ну, блин. А, ну у меня есть вот такие, да? Две такие, одна такая. Интересно, я во время боя я смогу менять их? Так, последний единиц крови восстанавливают и по 500 хп. Да, сывороток мало. Так, на хп и на кровь. Ну, хорошо. Ладно. В общем, сейчас прокачиваем наш основной навык на пятерку, который идет. И пытаемся снова одолеть. А, еще нужно открыть отцовский сейф. А, так это в Саутуарк нужно вернуться, да? И что мне предлагает он? Вернуться в Саутуарк? Так, а где у нас Дориста? Ну, не знаю, посмотрим. Может, сходим. Да, сейчас заодно посмотрим, что у нас с районами случилось. В принципе, все горожане вылечены. Ну, почти все. Так. Ну, вот бездна. 3000 опыта. Дамаг будет прилично увеличен. Ну, ладно, давайте его. Так, и опыта хватило... Всего лишь на левел, грубо говоря. 700 опыта осталось. Можно вот на сыворотке еще сделать. Только смысл, у меня все равно даже не хватает ингредиентов, так что даже 4 это сделать не могу. Ну, просто ради опыта можно, конечно, потратить. Или оставить. Потом лучше на хп прокачивать. Ну, давайте оставим. Не знаю, будем надеяться, что нам этого хватит, чтобы одолеть доли случая. А может быть и нет. Ну, давайте посмотрим, что будет с районами. Так, а что это, по-новому заболели? Ньютон Блайт. Так, и Пипа Хокинс. Обоих простуда. Так, тут значит у нас здоровое состояние района. А, санировано. Офигеть. Санировано, здесь здоровое, 97%. Тут, блин, то есть независимо от того, нездоровые. Из-за того, что уничтожен столб общества, Дороти Крейн, соответственно, состояние района постоянно тяжелое.
Так, что у нас с этим товарищем стало, у которого болезнь? А, нет, ничего. Я думал, он еще превратился в какой-нибудь монстр. Мигрень. Ладно, хорошо, у него мигрень. Ничего, у него состояние не ухудшилось. Состояние района тоже здоровое. То есть, в принципе, все неплохо у нас. Здоровое. Ну, тут тяжелое, но при этом почти все... Кстати, я одного человека еще не нашел даже. Офигеть. Не знаю, где он там спрятался. Ну, хорошо, ладно. В принципе, неплохо. Level 23. Давайте сходим все-таки до сейфа, может опыт еще получим. Прокачаем, может, на ХП или не знаю, что-нибудь такое. Так, там что, лучше в окно выпрыгнуть? Точнее, в двери. Да, путь не близкий. Снова вспоминать, как пробегать. Я не помню, через верх-то мы можем пробежать или нет? Что-то ничего не придумывать. Да, вроде можем. Тринадцатого левела. Что-то они какие-то слабенькие. Ай, блин. Я не то сделал. Так, ладно, давайте выносливость. Ой, невидимость. Блин, нажал не ту цифру. Кстати, использовал, соответственно, не тот навык. Ну ладно. Так. Направо, да? Сейчас меня не увидел. Ну ладно, побежу. Нужно как-то найти вход на мост. Ой, отстаньте от меня, отстаньте. Так, ну вот мост идет. Или что, они от меня не останут? Блин, я не помню, есть тут вход, нету. Что-то я сомневаюсь, честно говоря. Ай, ну вот. Да блин, они тут еще мощные. Да еще эти гады тут рядом. Ну-ка, блин, можешь просто убежать от них. Отстань. Где-то есть. Иди сюда. А, не за таким. Отходим. Так, все, это мы уже в здоровый район зашли. Так, ищем. А, ну все, да, вот вход эти. Блин, все на самом деле так просто. Находится все это рядом. А я по 50 раз все это бегаю, блин. Ну ладно, главное, мы добрались куда надо. Теперь, значит, нужно будет открыть отцовский сейф. Ну, не знаю, честно говоря. Что-то я сомневаюсь, что получится у меня одолеть. Дарис Флетчер. Прокачался я не сильно. Один навык всего лишь только применил. Ну, улучшил. Так что не знаю. А прокачиваться тоже фиг знает, где у нас. Все вроде. Здание все выполнено. Искать надо где-то, по идее, еще. Все, бегай, так и так вроде все, бегай по возможности. Так этих нам убивать. Дай, блин, полить по туда прямо. Ладно, сейчас может пока что еще этого различного лута пособираем. И сможем сделать какие-нибудь сыворотки дополнительные. Да, все, мы поедем на месте.
Так, что нас указывает наверху? Здание, наверное, в этом, да? Или нет? А, ну да, вот сейф. Мне в этом месте виделись в последний раз? Дорогие часы. 400 опыта. Все, да? Да почему он не открывает? Так, роскошные, искусно сделанные золотые часы, принадлежавшие отцу Джонатану. Все, по идее, расследование завершено. Дали нам 400 опыта. Ну и вот подарок, это часы. Не знаю, может появятся какие-то новые диалоги у нас, вот, если с матерью с его разговаривать. Может там что-то изменится. Так, ну ладно, 1100. Не знаю, так мясо, но по идее не хватит на... Ну ни на чем не хватит, на самом деле. 1100 опыта. Ну надо бы что-то прокачать бы все равно. Так, а здесь у нас нет никакого этого убежища. Все, задание мы выполняем. Да, все выполнено. Ну такое, в принципе, интересное было задание. Больше узнали о жизни Джонатана и его семьи. Ну то, что отец вынужден был куда-то уехать. А, да, я вот здесь когда побирался. Или нет, не здесь? Нет, не здесь. Я думал, сразу напрямую можем пройти. Нет, в другом районе это было. Тут-то, да, Саутуарк район. Ну и, соответственно, никак. Кроме как по мосту. Мы побежать не можем. Давайте сейчас, в общем, посмотрим. В убежище. Можем ли мы что-то прокачать? И потом снова к Дорис идем. На свидание. Что здесь такое? Деньги валяются. Там еще что-то есть. Снова деньги, ну ладно. Лучше бы какое-нибудь задание на 5000 опыта. Это было бы поинтереснее. Так, здесь, по-моему, можно было. Или нет? Че, опять нет, что ли? Блин. А, да, вот как-то там я пробирался. Да, вот здесь. Если я не ошибаюсь. А я, походу, ошибаюсь. Нифига. Кажется, наверх. Блин, а где это был-то? Не помню, все. В порту. Так, это в какой район? Западные доки. Нет, там где-то вот в той стране, по-моему, можно было. То есть доки западные, они все под властью монстров. А я как-то напрямую сразу подскакивал. Снова в доке. Вот там, мне кажется, как-то я проходил. Так, а что у нас тут есть какой-нибудь рядом? А, вот, кстати, я прям около убежища нахожусь.
Так, найти бы еще такой юмор. А, ну вот все, отлично. Ну вот и глянем. Так, 1100 опыта, да? Ну, в принципе, тут 1000 нужна, да? Ну да, можем вот это прокачать. Урон от укусов в бою, это что значит у нас? Так, и количество единиц здоровья, восполняемых при укусе в бою. Ну давайте на урон, я думаю. А, ладно, давайте на урон. Ну все, у нас 24-й левел. Не знаю, есть у нас от этого толка или нет. Так. Ну окей. Состояние в районах не изменилось. Что такое было? Так, ну все, в принципе, я по максимуму сделал, что мог. Что это за странные звуки? Ладно, все, валим отсюда. Так, вот как-то я проходил там. Все, идем, в общем, и снова. Пытаемся одолеть Дорис. Ну, окей, таким образом пройдем. Вот по этим. Да-да-да. Отлично. Так, а я думал, он взорвется. А чё мне не дают залезть? Блин, он сам ко мне не идет. Или все-таки идет? А их еще двое, там вампир какой-то. Ну ах ты гад, со спины нападаешь, да? Мне хороший. Еще и двое, блин. Второй, что, тоже вампир, что ли? А, кстати, можно укусить его. А ты что не кусаешь, что я? Ух ты, нифига он тут. С ними навыками. Фигачит меня. Ладно, ну понял, окей. Все, его тоже ушатали. Да, такие противнички уже неплохие. Так, а чё, куда я выбежал? Мне не сюда надо. Как-то здесь можно пройти, наверное, напрямую. Или нет? Там кто-то дерется, да, по-моему. Не, ладно, не будем мешать. Да, мы лучше вот здесь пробежим. И вернемся в район. Как, кстати, он называется? А, West End. West End, да, богатый район. Называется West End. Сходим сейчас. Дорис нам снова наваляет. И пойдем искать задание. Кстати, вот этот чувак болеет. А у меня лекарства нет для него, наверное. Чем он болеет? Мигрень.
Так, а у меня есть мигрень, нет? Ой, блин, в смысле, я кажется, от мигрени. А, кстати, есть средства от мигрени. Так что давайте его вылечим. Good evening. I want... Do you need medicine? You need... Потому что он был уже сильно болен. То есть... Я считаю, что мы правильно приняли решение его, именно его вылечить. Ну, в принципе, да, лекарство я сделал не так долго, так что ничего страшного. Слева, окей. А, единственное, что я сыворотки не посмотрел. Ну ладно. Мало вероятно, что у меня появилось достаточно. Для изготовления этих сывороток. А, где-то я там заходил. С черного входа. А, засекли меня. Блин. Ну, может, отстанут. Сейчас побежим от них. Смотрите, за мной бегут. Так, не вот сюда. Сам ты монстр. А, он нет, нифига, не убежать. 29-го левел. Так, ладно. Не, кажется, укусом-то хп мало снимается у меня. А, я, в принципе, мог на через центральный вход зайти. А, дверь заперта, а? То есть мне надо, типа, только через центральный вход. Нафига ты все это дело оббегал? Скажите мне. Че, еще один есть? Все, да? Ну, по факту я нифига не прокачал, хоть я на 2 левела поднялся. Не знаю, надеюсь, что это сыграет какую-то роль во время боя. Именно то, что я на 2 левела поднял уровень персонажа. Да, центральный ход открыт. А, снова этих скали убивать. Так, отлично. Ах ты гаденыш. Точнее, это она. Это какая-то актриса была тоже, наверное. Все. А, она взорвется. Успели, да? Блин. О. А вот, кстати, обозреться развалины часа крови. Он-то мне как раз таки вроде и нужен был. Для создания. Сывороток. Да, вот где-то там Дорис. Кстати, можно крысу захавать. Ну ладно, не будем. Что у нас получается? Так, две сыворотки на хп, две на кровь. Пытаться как-то ее убивать надо сейчас будет. Ну не знаю. Так, ну давайте посмотрим. Your blood will be mine. Хп-то, в принципе, я сейчас немало снес. Да, блин. А, у нас всё закончилось плохо. Так,
это плохо. Кажется, так. Да нафига, блин, видите, что он делает? Как? Вот я даже, она даже рядом не стояла. Как он умудрился на нее именно? Перевести. Вот. Не, конечно, отключать этот автоприцел. Просто одни проблемы с ним. А, они еще блоки ставят какие-то, блин. Так, 50 секунд. А как она меня ударила? У меня удар мимо прошел. Почему она меня ударила, мне интересно. Так, ну мы сможем скоро. Кстати, ее можно вырубить. Так. Да блин. Не хочу я тратить сыворотки, мне надо ее глушить. Один удар. Отлично. Чего? А, восстановил? Ну ладно, окей. Так. Мне нужна она. На нее? Отлично. ХП сколько? А нафига мне ее бить? Да на... Все, били. Отлично. Стой. Прошу тебя. Что такое? Я не хочу умирать. Я не хочу убивать вас, мисс Флотч. Ты пощадишь меня? Спасешь то, что от меня осталось? Офигеть, да, выглядит, конечно, она. Ваше сердце забилось чаще? Вы ко мне неравнодушны, доктор? Нет, мисс Флотч. Мое мертвое сердце принадлежит другой. Она красива? Нежна и добра? Она нежна и добра? Да. Заранее ненавижу ее. Я знаю. Отчасти поэтому вас нужно уничтожить. Да, рука, конечно, у нее мощная. Вы же сказали, что я не хочу убивать вас? Да. Но мне придется избавить город от угрозы, которую вы представляете. Вспомнит ли меня кто-нибудь? Например, вы? Вы были Дорис Флетчер, величайшей актрисой своего поколения. И навсегда ею останетесь. Спасибо. Прощайте. Она сама себя сожжет, да? Прощайте, Дорис. Браво! Вот это драма! Красота! Маккаллум! Удивительное дело! Какое бы логово Скали я не обнаружил, везде сталкиваюсь с вами. Я не желаю вам зла. Я пришел не за вами. Но как только кусочки головоломки сложатся воедино, мы обязательно поболтаем наедине. Держитесь от меня подальше, Маккаллум. И свору свою придержите. Этого я обещать не могу, доктор Лид. Пока что можете идти. Это, в общем, главный у стражи Привена, да? То есть, охотников на вампирах. Пожалуй, пора уходить из театра. Ну и, скорее всего, это будет наш следующий противник. Следующий босс, скажем так. Теперь у вас Стэнди безопасно. В отличие от остального Лондона. Пока идет Великая Охота, лучше проводить исследования под защитой Асколона. Так куда мы это уж? Сегодня закрыто было. А здесь не было. Давайте все осмотрим. Какая-то записка. Так, новый дневник Дорис Флетчер. А, это мы зашли, то есть за... В общем, за кулисье. Так, Лондон, 24 октября 1918 года. Репетиция почти завершена. И скоро снова выйду на сцену.
Мои почитатели собрались вокруг меня и готовы исполнить любой мой приказ. Скоро зрители вернутся, готовы аплодировать моему мастерству. Молодые, роскошные, здоровые зрители. Они вернутся к своим семьям, в свои прекрасные дома, восхищенные моей игрой. Они будут шокированы моим обличием. Они получат мое благословение. Мое заразное благословение. Один за другим они будут распространять болезни. Они будут превращаться. Я снова стану их возлюбленной королевой. И они никогда меня не простят. И я отомщу за то, что судьба так жестоко обошлась со мной. Офигеть, да, у меня крыша реально поехала от всего этого. Хотела... Так она и получается заразила весь город. От нее, наверное, все это началось. Или нет? Но в любом случае, это... Получается, она была одним из главных источников. Ну, сколько я понимаю. Инфекции. И, соответственно, ну, как минимум, вот этот район... Вест-Энд, он будет безопаснее. А может и в целом по всему городу это сыграет положительно, в общем. Эти люди хотят убить меня. Нужно бежать. Так, Гранд Гиньоль выбросили из театра. Дали нам 2000 опыта. Это, безусловно, меня радует. Так, что у нас получается? Все, дали Слочер уничтожили. В общем, не зря мы прокачали вот этот специальный навык на 5. Как видите, я вам все-таки помог. За счет его и смогли убить. Как-то даже очень легко мы ее убили. Не знаю, хп очень много ей сносилось. А, ну да, ну в принципе, да, вот за счет именно этого навыка мы смогли и хп-то ей поснимать неплохо. Все. Нет? Да, еще 300 опыта накинули, 2500 стало. Так, чтобы заразить человека, Дорис, надо просто подойти к нему. Болезнь передается через кожу? Скверно. Так, поддержать клуб Аскалон в борьбе со стражами Привена. Противоестественный отбор. Так, у нас новая глава. Так, что там рассказать лорду Редгриву о Дорис Флетче? Отлично. Так. Угу. Ну все, мы это выполнили. Отлично. Новая глава у нас появилась. Никакой больше информации нету, да? Ну ладно. Так, нам нужно начать теперь до склона сбегать. Тут есть проход? Не, на самом деле, вот момент поединка с Дорис, у меня уже какой-то был такой момент, что я думал, все, сейчас нам крышка будет. Но нет, смотрите, мы смогли. Это, безусловно, не может не радовать. Тут не пройти. Ух ты, вампир. Нет, давайте мы не будем сражаться. Все, снова в районе Вест-Энд. Отлично. Так, что там в ящике было? Может, чем ценное? Нет, это всего лишь масло. На халяву, как говорится, и уксус сладкий. Так что-то уже неплохо. Так, где вход? Все, на месте. Ух ты, леди Эшбери здесь. Как тут какой-то Артур Пемблтон. Давайте мы с ним потом поговорим. Это один из вампиров, входящий в состав этого клуба Аскала. Не, давайте мы все-таки, да, сначала с лордом поговорим, потом со всеми остальными. А здесь он наверху он был? А, ну он здесь находится. А кто такой?
Еще какой-то вампир, ну ладно, окей. Ну да, тут одни вампиры появились. С возвращением в Аскалон, Копиносис. Надеюсь, вы с добрыми вестями. Вы положили конец эпидемии? Мое предположение оказалось верным. Местные жители заразились по вине Дорис Флетчер. Скорее всего, она и заболела первой. Говорят, что вы успели добраться до нее раньше охотника. Я впечатлен. Доктор Лид, вы вонзили копье правосудия в самое сердце зла. Я просто врач, кое-что остается неясным, я старался. Кое-что остается неясным. Главное, что мы выиграли решающую битву за Лондон. Честь и хвала вам за это. Благодарю вас, милорд. Теперь вам предстоит новое задание, чрезвычайно важное. В некотором смысле даже важнее предыдущего. Я слушаю. Вам предстоит выполнить священный долг перед клубом. Приведите нам нового вампира. Привести нового вампира? Вы отправляете меня с дипломатической миссией? Не совсем. Я хочу, чтобы вы обратили Эконом Алоизия Доусона, как он того и заслуживает. Прошу прощения, но я не могу. Вы отказываетесь подчиняться? Нет, дело не в том. Я не готов создать еще одного потомка после того, что случилось с моей сестрой. Перерождение Алоизия Доусона – необходимый шаг, если мы хотим спасти Лондон. И как мне действовать дальше? Алоизий ждет вас в своем поместье. Как только вы сделаете, что должно, я присоединюсь к вам, чтобы отметить это событие. Прежде чем уйти, я хочу задать несколько вопросов. Хорошо, я слушаю. Почему именно Алоизий Доусон? Мы не можем допустить, чтобы умер человек, которого считают самым влиятельным человеком Англии. После меня, конечно. Он сам меня выбрал? Нет, выбор был мой. Я принял это решение недавно, но без чьей-либо помощи. Он знает, что я приду? Ему не терпится стать вашим потомком, доктор Лид. Особенно теперь, когда ваша благородная кровь дала о себе знать вашей сестре. Как именно проводить ритуал? Если вы беспокоитесь за Алоизия, то ему обо всем известно. Он изучал таких, как мы, долгие десятилетия. Значит, нужно просто дать ему выпить моей крови? Да. Алоизий с благодарностью примет ее. Вскоре его сердце остановится. Но потом он начнется уже бессмертно. Это не опасно? Наша кровь столь сильно меняет тело, что не все переживают такое преображение. Некоторые умирают и уже не поднимаются. Но мистер Доусон готовился к этому долгие годы. Вы пригласили леди Эшбери? Разве это не нарушение одного из основополагающих правил? Раньше женщин не пускали. Им запрещено вступать в клуб. Но я подумал и решил, что вы будете рады, если она станет свидетельницей вашего триумфа. Значит, ее пустили лишь на время? Да, в виде исключения, учитывая трудности, с которыми мы столкнулись. Ага, ну вот мы получили ответ, почему она здесь. Так, а что по его приказу? Там же было сказано, типа, добраться до входа в церковь Темпла. А что там? Там же было, что мы, типа, все ваши приказы выполним, все дела. Нет, все, этого нету. Ну ладно. Да, получается, видите, получили мы новое задание, которое еще важнее даже, чем убийство Дорис Флетчер. Ну и Дорис, соответственно, заразила, получается, не весь город, а именно только вот этот район. И была она, возможно, первой заболевшей. Да. И теперь нужно будет решать, что нам делать с Алоизием Доусоном. Не знаю, скорее всего. Опять же, видите, как важно принять правильное решение. То есть, здорово, эти крайне, я вот принял неправильное решение, и все. Это отражается на прохождении всей дальнейшей игры. Теперь надо здесь так же думать. Обращать его, ну, либо нет. Не знаю, ладно, друзья, давайте мы разбираться с этим уже будем в следующем выпуске. У меня на этом все. Не забывайте ставить лайки и подписываться на мой канал. Всем удачи и до скорых встреч. Пока-пока.